запишу коротенькое видео о том, как я прибыл в Будапешт. Сегодня отличный день. Я в центре. Там Дунай находится. А это площадь перед базиликой Святого Иштвана, если я ничего не путаю и не ошибаюсь в названии. Очень много туристов. Я проходил райончик, не догадался снять на видео, где отдыхают местные люди. На газонах, загорают на солнышке. Ну а здесь, конечно, в основном туристический народ. Какая-то инсталляция каких-то работ. Люди разглядывают фото, выставка. Наверное, здорово все это. Интересный взгляд на нашу жизнь. Называется «Жопа Африки». Поросеночка. Поросеночка, жаль. Что тут все снимают все? А, змею.